Давид, начать наш с вами сегодняшний разговор хочу со статьи в The Economist, где речь идет о том, что Россия может перейти к обороне уже в 2025 году. И все это из-за больших потерь в технике. Имеется в виду танки, имеется в виду бронетехника. Вместе с тем, вот недавние была аналитика Американского института изучения войны, где речь идет о том, что Роспропаганда и в том числе кремлевские, да, деятели, такие как Медведев, они сейчас занялись тем, что готовят россиян к длительной войне. Также, мне кажется, мы с вами обсуждали цифры, которые приводил в свое время Bloomberg, который утверждал о том, насколько Россия сейчас увеличила производство ракет и что российский военно-промышленный комплекс сейчас работает на полную. Как вы относитесь к прогнозу The Economist, изложенному в этой статье, и как вы видите ближайшую перспективу для российской армии? Все-таки есть у них ресурсы, есть у них возможности на длительную войну, или то, о чем пишет The Economist, это то, что действительно соответствует тому, что мы увидим на поле боя? С того момента, как война приняла такой характер достаточно длительный, обсуждение того, насколько России хватит советского наследства, это обсуждение, в общем-то, не прекращалось, потому что очень быстро стало очевидно, что собственными ресурсами, новым оружием и собственными возможностями не очень-то и добьешься, мягко говоря, того, что Россия добиться хотелось. То есть пришлось привлечь все, что было, все, что можно снимать со складов, и ремонтировать это, потери, естественно, следствие потерь, как правило, ну, естественно, увеличивать военное производство. Журнал Economist базируется в своей публикации не на каких-то, на самом деле, эксклюзивных данных, которые ему подкинул, ну, по крайней мере, такое впечатление, разведка, а ряд комментариев и отрывочной информации на основе открытых источников, в том числе спутниковых съемок, благодаря которым различные осинтеры подсчитывают, сколько осталось на базах хранения российской различной техники, а также делают вполне логичные выводы. Значит, вполне логичные выводы говорят о том, что у россиян уже по определенным направлениям есть некий дефицит. И здесь в первую очередь стоит назвать, а это можно видеть и по тому, что находится на базах хранения, и по примерным темпам производства, и главное, по тому, как эта техника и сколько ее используется на фронте. Тут в первую очередь стоит назвать обычную бронетехнику, я имею в виду бронетранспортеры и БТРы. То есть бронетехника различного назначения в первую очередь непосредственно пехотная. Здесь налицо дефицит, и как признаки этого дефицита это использование нецелевое броневых тягачей МТЛБ, это дефицит сам по себе заметный на фронте количественный, это наконец использование нецелевой уже совсем не бронетехники, разного рода гольф-каров и других таких интересных транспортных средств, хотя это своего рода иногда и тактическая находка. Так вот, с танками и БТРами и БМП проблемы очевидны, и очевидно, что при высоких темпах потерь они будут, проблемы станут, ну, скажем так, через год, полтора-два, тут точно сложно сказать, эта проблема станет очень явственной. И именно отсюда прогнозы касательно 2025 года, потому что, ну, во-первых, когда их просто уже мало совсем по определению, то, безусловно, это сказывается. Но, кроме того, исходят из того, что российская сторона поймет на каком-то этапе, что вот это вот, я не скажу исчерпание, но вот эта черта, когда их будет становиться все меньше и меньше, она близко, и, соответственно, будет вынуждена изменить характер боевых действий, да, например, избегать атак, в которых происходят потери, действовать более осторожно. И вот об этом говорят, когда упоминают переход к обороне. Все эти рассуждения достаточно логичны. Более того, если иметь объем информации, которыми располагают разведывательные структуры, то есть, например, способны все отснять со спутника все базы хранения российские, проанализировать точно, что там было в течение последних 2 лет и что стало сейчас, то можно примерно прикинуть, что и сколько у России остается. К сожалению, вот на таком системном уровне материала в журнале Economist по понятным причинам нету. Тем не менее, здесь есть причины для оптимизма, но и не все так хорошо. Во-первых,
несмотря на имеющийся дефицит техники, то, что ее берегут, и то, что в России, то, что они несут большие потери, мы видим, и об этом говорят украинские источники напрямую, источники, я имею в виду, воюющие украинцы, что очень во многих, на многих участках фронта атаки происходят почти без бронетехники или с ее очень ограниченным применением. То есть идет пехота вперед, пехота несет большие потери, но тем не менее, пока у нее этой пехоты хватает, у них они идут вперед. При этом атаки поддерживаются огнем артиллерии, огневым поражением, действиями беспилотников как камикадзе, так и разведчиков, ну и по мере возможности авиации, которая забрасывает издалека свои планирующие бомбы. И вот эта схема во многих случаях работает и без бронетехники. И она показывает, что там, где можно, будут атаковать и без нее. Поэтому говорить о переходе к обороне, потому что стало, или, скажем так, к отсутствию попыток перехода. Оборона, кстати говоря, не совсем обязательно. Оборона, это же ведь не значит, что украинцы еще наступают. Так вот, переход к такого, от активных боевых действий к пассивным, скажем так, абсолютно не обязателен в свете того, что мы видим в последние месяцы на очень многих участках фронта. Да что там в последние месяцы? Под тем же Бахмутом, например, во время знаменитых боев, когда на острие были вагнеровцы, там тоже бронетехника использовалась по минимуму, потому что конфигурация фронта позволяла использовать пехоту. С артиллерией же у России, кстати говоря, тоже определенные проблемы и даже серьезные. Это касается и потерь, и тоже необходимости снимать с хранения. Там тоже советское наследство расходуется в больших количествах. Живучесть производства стволов и их живучесть стволов на старой технике артиллерийской и производство новых – это тоже большие серьезные проблемы. И вот здесь, если возникнет по артиллерии дефицит, такой вот, о котором мы говорим в отношении бронетехники, это, на мой взгляд, будет самым серьезным фактором, потому что артиллерия – это, я не скажу, что это все на этой войне, но благодаря артиллерии, собственно, и оборонительные, и наступательные действия осуществляются. И если здесь будет какой-то регресс, то вот тогда это будет серьезным и всеобъемлющим фактором. Если мы говорим о бронетехнике, где-то можно наступать без нее, без артиллерии наступать будет негде. Но с другой стороны, с артиллерией, несмотря на проблемы, на данный момент вот этой вот дефицита снарядов у России нет. И также нет дефицита стволов на фронте непосредственно сейчас. Должна ли эта проблема возникнуть чуть раньше или позже? На мой взгляд, скорее да, чем нет. Но вот примерно вот такой расклад. Давид, у России есть такой союзник, как Северная Корея. И последние заявления, которые прозвучали от лидера Северной Кореи, неизменная и сильная поддержка России. Это было на встрече с российской делегацией в Пхеньяне. И Ким Чен Ын, вот как сообщают пропагандистские российские паблики, послал боевой привет армии и народу РФ, подчеркнул важность защиты прав и безопасности. Ну, у них свои понятия о правах и безопасности, о том, как это защищать. Но, тем не менее, если говорить вот о какой-то советской технике, в том числе о бронетехнике, вот тут, кроме снарядов, кроме северокорейских ракет, еще и на танки Россия может рассчитывать, северокорейские? Я думаю, тут быть уверенным нельзя, я думаю, что Россия может рассчитывать на многое из того, что есть у Северной Кореи, но все же переоценивать значимость северокорейской помощи тоже не стоит. Касательно снарядов, такими единовременными поставками из запасов, корейцы смогли, я думаю, в той или иной степени закрыть определенные бреши, которые у россиян были, ну или, скажем так, добавить им запаса прочности. Однако на протяжении времени многое уже мерится, собственно, длительностью поставок и их стабильностью. И вот здесь будет многое зависеть, если мы говорим по снарядам, от производства, собственно, потому что одно дело поставить с хранения, а другое дело далее продолжать. Так вот, темпы производства, велики ли они в Северной Корее, способны ли они производить много снарядов постоянно, это вопрос. Я не знаю, может быть, и на него есть ответ положительный, но это не так банально, как может показаться. Одно дело копить понемногу десятилетиями, а другое дело расконсервировать заводы и штамповать, скажем, сотню, другую, третью тысяч снарядов в месяц. Это совсем нетривиально. К
Касательно артиллерии и бронетехники, вот это вот момент интересный. Значит, во-первых, Корея способна тоже кое-что производить по мелочам, как минимум по мелочам на постоянной основе. И опять-таки она способна передать России немало старья, но вполне дееспособного старья из своих запасов. Поэтому и здесь, если России очень понадобится, и Россия проявит определенную щедрость, я не вижу причин, почему Ким Чен Ын не откажет корейцам, а не откажет россиянам в поставках, ну, например, нескольких сотен танков, а то и больше, или даже сотен, а может даже и более тысячи артиллерийских орудий советских калибров. Это важно понимать. Танки тоже, опять-таки, танки тоже, по сути, советские. Если брать аналог Т-62, то, правда, видимо, со снарядами у россиян может быть дефицит, но и тут может корейцы свои поставить. В общем, к чему я говорю, что Ким Чен Ын, безусловно, готовился, вернее, вся Северная Корея еще задолго до Ким Чен Ына, десятки лет готовилась к войне, причем в таком во вражеском окружении. Это привело к тому, что у них есть собственное производство почти по всем наименованиям. Его способности этого производства выдавать количество под вопросом, большие количества. Но дизма, это ответ могут дать разведки США и Южной Кореи. Но запасы у северокорейцев, в том числе техники и орудий, достаточно велики. Вот здесь, если они исходят из соображений того, что им ничего не угрожает нападение, а, в общем-то, я бы на их месте, ну, это так даже смешно звучит, был бы уверен, что никто на них нападать не собирается, в том числе из-за того, что у них есть ядерное оружие. То есть ни американцы, ни южнокорейцы не собираются в инициативном порядке их атаковать. Это очевидно любому здравомыслящему человеку. Так вот, когда ситуация именно такова, почему бы не использовать такой счастливый лотерейный билет, когда Путин готов тебе дать очень и очень многое за твое вооружение, твои боеприпасы. Поэтому я предположу, что если Путин захочет, а возможность такая есть, потому что дефициты, о которых мы говорили, которые описывает экономист, очевидны, что Путин обратится к Северной Корее и за поставками разного рода бронетехники, артиллерии. И Киму, если Путин заплатит достаточную цену, а цена может быть чем угодно, и натурой, буквально в смысле продовольствием, нефтепродуктами, валютой, может быть, как и технологиями различными военными, которые не достает Северной Корее, скажем, космическими, или всем вместе взятым, я бы предположил, что Ким не отказал бы своему новому стратегическому партнеру. Но, конечно, поживем, увидим. Американцы и южнокорейцы тщательно следят за этим сотрудничеством. Оно вызывает у них огромное беспокойство, у японцев тоже. Возможно, в этом сотрудничестве будет, как ни странно, и положительная сторона для украинцев, если японцы и южнокорейцы сдвинутся в сторону оказания помощи Украине в большей степени. Есть на то шансы. Но и здесь, опять-таки, остается дождаться принятия политических решений.